Некоторые подписчики и хейтеры возмущаются тем, что Волочкова себя поддерживает свою стройную фигуру. Говорят, высохший питон. Господа, вы на себя посмотрите. Она балерина. Она иногда где-то выступает, и ей совершенно не нужны лишние килограммы. Это лишняя нагрузка на ее ноги. Балерина работает ногами, на пальчиках. Ей зачем лишние килограммы, чтобы была нагрузка на пальцы? Поэтому она красиво, стройно выглядит. А что вы возмущаетесь? Если вам не нравится, так не смотрите на нее. Она прекрасно выглядит. А ваши насмешки и колкости оставьте для себя. Посмотрите в зеркало, посмотрите на свою фигуру. А потом уже что-то говорите. Я считаю, что она прекрасно выглядит. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет.